Видеоролики, фильм, фронтовая концертная бригада, «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн» и другие акции. Коллектив компании «Газпром Трансгаз Томск», работающий в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, внес свой вклад в проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Так проходило выступление своеобразной выездной фронтовой бригады «Газпром Трансгаз Томск». Руководство компании, обратившись к работникам с призывом поддержать акции и мероприятия, приуроченные к Дню Победы, не ожидало, что желающих сделать это окажется так много. В адрес организаторов стали поступать сотни фотографий и видеороликов. Несколько раз меня считали уже убитым. В поистине всенародном флешмобе приняли участие газовики и их семьи со всей Сибири и Дальнего Востока самых разных возрастов. Ну что такое День Победы? Это значит, нет войны. Марина Матюшкина, инженер-программист Ленского филиала компании, решила присоединиться к акциям, сняв песню «Военных лет» в исполнении своего отца. Никита Скутель из села Александровское Томской области за два дня выучил это стихотворение. Но далось оно не сразу. Поначалу Никите мешали слезы и подкатывающий к горлу ком. Ребенок так проникся этой темой еще и потому, что прапрадед Никиты воевал на фронтах Великой Отечественной. И сколько надо им минут молчания? Работники хабаровского филиала в преддверии юбилейной годовщины Великой Победы высадили березы на аллее памяти на территории предприятия. От Камчатки до Омска и от Нижневартовска до Горно-Алтайска сотрудники работающих здесь филиалов компании в этом году в режиме онлайн встали в строй бессмертного полка. Также они не остались равнодушными к участию в акциях «Флаг в окне», «Окна Победы», «Сад памяти», «Фонарики Победы», «Минута молчания» и «Поем двором». В сеть выложены десятки видеороликов и даже танцевальная видеозарисовка музыкального коллектива компании, посвященная 75-летию Победы. Наконец, снят документальный фильм о событиях в поселке Вертикус Томской области во время войны. Но главным итогом акции стало искреннее желание людей выразить свое неравнодушное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Порыв, объединивший в эти дни всю Россию. Игорь Кривенков, Вести Хабаровск.